В этом году кардинально поменялась система платформа Mesh Московской электронной школы. Значит, в связи с тем, что полностью вся Москва и в том числе наш город переходят на новую систему, значит, АИС зачисления Москвы, чтобы затем можно было перейти спокойно родителям и ученикам через госуслуги заходить и в журнал, и в дневник. Значит, эта работа сейчас проводится. К сожалению, в связи с вот этими условиями пандемии и что большинство департамента информационных технологий работает в дистанционном режиме, произошла вот такая задержка. Мы очень надеемся. То, что касается Балакова, вся информация, вся база данных у нас подготовлена. Мы сейчас ждем загрузки из Москвы. Поэтому очень надеемся, что на этой неделе такая работа будет проведена. А то, что стоило или не стоило нам подключаться к Московской электронной школе, я думаю, что прошлый год нам это уже показал. Безусловно, это стоило. И у нас не было никаких проблем по сравнению с другими районами Саратовской области по поводу работы в дистанционном режиме. Сейчас эта система улучшается, но никто не предполагал, что вот будут такие условия. На этой неделе, скорее всего, все будет подключено и заработает система в плановом режиме. Кроме того, с этого года нам даются все электронные учебники. Точно так же, как москвичи, мы будем пользоваться всеми электронными учебниками, которые есть в доступе у Московской электронной школы. Поэтому это тоже очень большое достижение, и с этого года мы будем полноправными участниками этой работы.